З нами на зв'язку Юрій Рашкін, депутат округу РОК у штаті Вісконсін, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт». Пане Юрію, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, спасибо за приглашення, слава Україні. Героям слава. Ну, якщо можна, можливо, у вас вже є якась інформація, якості заяви Трампа, особливо, що стосується Альянсу, як їх сприйняли взагалі у Сполучених Штатах Америки? Як реагують на них політики? Як реагує на них суспільство? Конечно, это позор для партии, которая считает, что раньше ее возглавлял президент, который верил в союзников, верил в НАТО, понимал опасность России, а теперь республиканскую партию возглавляет человек, который говорит, что мы не будем защищать этих союзников, потому что они не платят достаточно, как будто это он собирается выкидывать членов из его гольф-клуба за то, что они не заплатили то, что они были должны. У него абсолютно нет понимания, что такое политика, для чего все существует, и как в США уже становится все более и более очевидно, все делается, во-первых, для Трампа, во-вторых, для Путина. Поэтому мы сейчас не видим никакой как бы поддержки Украины, когда Трамп заявляет, что он поддержит за 24 часа решит проблему или закончит войну. Это означает, что он скажет Украине договариваться с Путиным на его условиях, а когда Украина откажется, скажет, что это вина Украины и закончит на этом помощь. Это 24 часа президента Трампа. Тут все очень понятно и вопросов по-английски никаких нет. С другой стороны, он появляется на том же ралли, где он заявил о том, что можно в России нападать на НАТО, потому что они не заплатили свои достаточно там членские взносы. Он нападает на Ники Хейли и говорит, а где же ее муж? Когда она говорила, что она не будет против меня избираться, с ней был муж, а теперь ее мужа с ней нет. Видимо, он что-то знает. А ее муж сейчас служит в армии. У него, так сказать, его послали, ну, локация по службе. И где находится Мелания Трамп, мы понятия не имеем. Но при этом это вот сейчас такой политикой занимается Дональд Трамп. И когда люди считают, что если придет Дональд Трамп, то будут наши проблемы решены методами Трампа, это абсолютно неверно, потому что Трамп будет решать нами свои собственные проблемы, которые являются как можно быстрее сблизиться с Владимиром Путиным, уединиться с ним. Пане Юрію, ще таке питання. От як на вашу думку, чи можуть ось ці заяви щодо країн НАТО, що робить Трамп, ще бути такою, знаєте, ну, геополітичною маніпуляцією для того, щоб країни Альянсу зменшили підтримку нашої держави і не допомагали Україні у побоюваннях, що на них буде нападати Росія? Трамп не будет помогать Украине. Я не знаю, какие здесь можно придумать манипуляции, но он говорит открытым текстом то, что он думает. Мне кажется, вполне можно хотя бы к нему прислушаться. Он не будет поддерживать ничего того, что против чего Путин. Он за Путина. Это просто очень понятно по-английски, но почему-то по-русски люди все время пытаются придумать ему какое-то объяснение, что, возможно, это какое-то, вот, как вы говорите, геополитическая какая-то махинация. Нет, он просто фашист. Он просто фашист вместе с Путиным. И тот факт, что сейчас в Соединенных Штатах это начинает все лучше и лучше понимать, говорит о том, что есть надежда на выборах, потому что он выиграет свою номинацию республиканской партии, он раздавит Ники Хейли в пыль, и после этого он должен проиграть Джо Байдену, при этом Джо Байден делает проколы по собственной инициативе, которые ему не помогают. Но когда мы сравниваем, знаете, одного злодея с другим забывчивым пожилым человеком, то я думаю, что американцы уверенно выберут пожилого человека, который, возможно, перепутал Мексику с Египтом, но, по крайней мере, знает, что Путин – это зло. Знаєте, ви заговорили за допомогу нашій державі, ми напередодні також обговорювали те голосування. Друге, яке відбулося, коли було 60 голосів за продовження розгляду винесення українського питання. І наскільки я пам'ятаю, то зараз тривають дебати з цього питання. Що зараз відбувається? Ми бачимо, що Чак Шумер, як говориться, поставив свою ногу, put his foot down. Він сказав, що ніхто із міста не покидає ні на які канікули, поки ми не достигнемо договоренності по поводу України. Це найважливіше, що ми повинні зараз зробити.
И они продолжают, но есть сенатор из Кентаки, например, который пытается все это замедлить. Рэнд Пол. Для всех почитателей, почитательниц, не знаю, писательницы Эн Рэнд, его назвали в ее честь. И вот теперь он доказывает, что его правильно назвали, потому что он пытается вот таким образом помочь Путину, помочь авторитарному лидеру. Выясняется, что все вот эти, как сказать, морали и принципы консервативного общества оказались лицемерием. И оказались, что они просто не действуют, когда замешаны деньги, когда замешана власть. Для власти политики прогибаются невероятным образом. Это страшно наблюдать в Соединенных Штатах, потому что, кажется, у нас должно быть лучше. Но нет, у нас тоже политики. Поэтому надежда, что они сейчас за несколько дней разберутся с Рэндом Полом и смогут, наконец, проголосовать за этот законопроект. Из последних интервью мы слышим полную уверенность от демократов, по крайней мере, что есть достаточно голосов и от республиканцев, чтобы поддержать помощь Украине, после чего это передвигается в Палату представителей. И там нужно будет найти 218 голосов, которые бы подписали петицию, чтобы это могло превзойти вето спикера. У нас в областном, в окружном собрании то же самое. Если я предлагаю какую-нибудь резолюцию, и комитет ее отказывается рассматривать, я могу собрать подписи других супервайзеров какое-то количество, у всех свои правила, и через какое-то количество дней это будет поставлено на общее рассмотрение. Так что система в этом смысле у нас достаточно похожа. Но в Конгрессе нужно 218 голосов. А сейчас это больше, чем есть у демократов. Плюс будут отсутствовать от такой поддержки, от такой петиции некоторые демократы, которые ставят под вопрос помощь Израилю. Поэтому нужно будет найти, возможно, пару-три десятка республиканцев, которые поймут, и не только что они в личной беседе тихо скажут, вы знаете, Трамп это ужасно, мы полностью поддерживаем Украину, а проголосуют, зная, что Трамп за ними наблюдает. Это непросто. У нас только что был импичмент, провал импичмента министра внутренних дел. И когда стали спрашивать там одного из трех конгрессменов, который проголосовал против этого импичмента, республиканец. Ему говорят, вы республиканец, почему? Не могу сказать, не могу сказать. На следующий день говорит, я не буду переизбираться. Тогда все понятно. Так что республиканцам нужно разобраться, что для них главное, власть или справедливость и Соединенные Штаты, потому что стоять рядом с Трампом – это стоять вместе с Путиным. Ви ще сказали, що для подолання вето спікера необхідно 218 голосів. Тобто я так розумію, що все ж таки імовірність того, що буде у випадку ухвалення позитивного рішення, ось це питання буде заблоковано з боку Майкла Джонсона, вона все ж таки висока. Конечно, пока что мы сидим и ждем, когда выйдет твит Дональда Трампа, который скажет, что это самая ужасная сделка всех времен и народов, и Майкл Джонсон скажет, что все это мертворожденный законопроект. Но пока он этого не сказал, у законодателей есть надежда, и поэтому Сенат продолжает планировать. Плюс они понимают, что Украине нужно помогать. Что бы ни думал Майкл Джонсон, что бы ни думал Дональд Трамп, это, в принципе, постоянно, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах. У нас очень громкое меньшинство, которое захватило республиканскую партию, но не является большинством по стране. И поэтому вот с этим разобраться очень сложно. Но, по крайней мере, желание есть, надежда есть, понимание того, что Украина это важно, есть. И когда республиканские законодатели говорят, подождите, вначале нужно разобраться с мексиканской границей. Они только что зарубили собственный законопроект по помощи мексиканской границе. Так что у них там в республиканской партии сейчас серьезная шизофрения. Разобраться, что они хотят и за что они стоят, какие у них ценности, очень сложно. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсін, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт». Тут говорили і про заяви Трампа, і про те, власне, на який розвиток подій нам чекати ось з розглядом питання щодо допомоги Україні. Ну, звичайно, будемо все це відстежувати і повідомляти вам про все це найпершими.